знаешь, Александр, Леша, у нас есть человек один постоянно, он очень маленький, но он постоянно рвется вот вести каждое мероприятие. Просто постоянно. Вот ты не против, если как бы ты подвинешься и я его позову? Не против? Ладно, Толян, давай, выходи. А где Толик? Илья Сергеевич, Толик немного занят. Я его в раздевалке закрыл. И я решил, что ведущий буду я. Магомед, ну, чтобы вести мероприятие, надо понимать, как общаться со зрителями, как уметь их рассмешить, развеселить. Ты сможешь справиться один? Я точно не могу вам сказать, что я справлюсь. Ну ладно, хоть и быть, я освобожу этого пленника из раздевалки. Ну, позвони тогда ему, если он заперт там. А, вот связь пошла, да. Толя, ты там случайно не соскучился по сцене? Давай еще раз. Знаешь что, я раньше кавказский парень, я тебе это припомню. Ладно, Толя, не слезь ты мне, я просто хотел быть таким же известным и работать, как и ты. В общем, смотри, там возле двери есть скотовый замок. Вот ты ж там по буквам слова и выходишь. А какое слово? Ну ты сам догадаться! Махачкала фрумит! Опа! А ты ничего не мог сложнее придумать? Ладно, ввожу кодовое слово. О, а слово-то не подходит. Ладно, попробую другое слово ввести. Красногорск-ру-лит. О, подошло! Все, сейчас иду. Какой веселый код у вас? Давайте встречаем Толяна! Вот она, народная дружба. Давайте поаплодируем ребятам. Так. Смотрите, дорогие друзья, мы сейчас сделаем маленький корпус. Обращаем ваше внимание. В одном ведре холодная вода, в другом горячая. Кто из вас выберет холодную воду и обольется, то будет вести мероприятие. Давайте поаплодируем маленьких ребят. На улице минус 16, смотрите, а им ни почем. Итак, вы скидываетесь. Кто скинется, кто из вас выиграет, тот имеет первое право выбрать ведро. Никто не знает, кто горячий, кто холодный. Итак, внимание. Раз, два, три. Раз, два, три. А Толян выиграл, какое ты ведро выбираешь? Толян синий, отлично, Магомед. Итак. Итак, внимание. Раз, два, три. Кто за Магомеда? Магомед, да, действительно. У него была холодная вода, тут все было помешано. Давайте похлопаем ребятам.